Меня зовут Бен, и сегодня я потрачу всю голду Кента ПК. Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я потрачу всю мою голду. Я буду открывать абсолютно все, что скажет Бен. Если Бен скажет: Кент, открывай гитбокс, то я его открою. Если Бен скажет: открывай все кейсики на всю твою голду, то я потрачу всю мою голду и их открою. Поэтому, ребята, прожмите за это лайк, обязательно подпишитесь, и поехали! Так, ребята, знакомьтесь, это Бен. Он любит со мной разговаривать, он любит читать газеты, он любит кушать, ну и еще он просто маленький засранец. И еще, ребята, Бен очень некультурный, просто посмотрите. И, ребята, как видите, я уже подготовился, я уже много всего закупил, и, скорее всего, прямо сегодня я все это открою. Давайте-ка мы спросим Бена, он меня пощадит или нет. Бен, братан, а можно сегодня будет, ну, не сильно жестко, можно так? Yeah. Можно я сегодня ничего не буду открывать? No. Блин! Ты шляпа. Чего? Бен, братан, такой вопросик, а с чего мы начнем? С фэбл кейсичков? Нет. No. С турайвл кейсичков? Нет. No. Со скорпион кейсичком? No. Со сухерпаком? С импар кейсичком? Yes. Не проблема, братан. А сколько надо открывать? Одну штуки хватит? Две штуки? Три штуки? Четыре штуки? Yes. Фух! И знаете, что самое обидное? То, что я пытался подготовиться к этому видео и купить абсолютно все кисточки. Ну, я купил все кисточки, кроме Empire. Поэтому мы прямо сейчас, как сказал Бен, покупаем 4 штуки. И это, ребята, только начало. Потому что дальше пойдут Origin кисточки, дальше пойдут Хэллоуин скирпаки, и дальше пойдет все остальное. Поэтому дальше будет горячо. Ну чё, поехали. Empire кейс номер один. Let's go! Минус 400 голды. Блин, ребят, посмотрите, что сделал Бен! Бен сломал стендов! Посмотри, как логистики открываются. Только впервые в жизни вижу, посмотрите. А что происходит? Бен! Бен, ты чё творишь? Хватит ломать стендовчик! Обалдеть, вот это, конечно, Бен хулиган! Бен, ну тебя реально, ну, не стыдно, что ты творишь? Так, ребята, кисточек номер два. Блин, ну хотя бы одна легендарка. Да хотя бы пролетел бы, понимаете? Тут не то, что нету легендарки, они даже не пролетают. Смотри, они эпики рарки, они эпики рарки. Пожалуйста, я очень сильно прошу. И пара кисточек, а можно перчаточки какие-то. Ну, например, или эмочка был джам, было бы неплохо. Ну, типа, реально было бы очень-таки неплохо. Ну, какую-то легендарку. Ну, ё-моё, опять рарка. Не, ну, Бен бессовестный, Бен бессовестный. Я с тебя срал 400 голды, тебе не стыдно? Yes. Стыдно, да? Yes. И что будем делать, братан? А? Ну, еще надо фейбл кисточек открывать, например. Или равил кисточек надо? Yes. Одной штуки хватит? Двух? No. Четверых? Yes. О, четыре кейсика, райвел, блин! Бен, ты меня обанкротишь, устранит. Ну что же, ребята, четыре райвел кисточка. Полетело первый кисточек, опа. Ой-ой-ой, G-команда флора выпала. Неплохо, неплохо. Кстати, да, давайте так. Если вы, ребята, берете много-много лайков, то я обязательно сниму продолжение. Ну что же, погнали. Блин, как же жалко мою голду. Ну я же не миллионер, понимаете? Голда уходит, а новая не приходит. Так, два. Давайте, давайте, три. Три. Третий рамбл кейсочек. Бен, посмотри, до чего ты меня довел. Я еще плакать буду. Блин, пацаны, как же жалко. И еще последний, четвертый райвел кейсчик. Не, конечно, я вам скажу так. С этим Беном у меня точно добавилось проблем. Но если вы наберете 10 лайков под этим видеороликом, то так уж и быть, я сниму продолжение. И тогда буду продавать все, что скажет Бен. Или покупать, или делать все, что он скажет. Короче, ребят, решим. Поэтому с вас лайк, подписка. И обратно Бен забагал кейсчик. Ну посмотрите, обратно забагал, посмотрите. Ну, ё-моё, как он долго открывался. Бен, это ты забагал кейсики? Что происходит? Почему они рарки падают? Не, ну, братан, честно, признайся, это ты или не ты? Признайся, брат, по-хорошему, последний раз предупреждаю. Ха, решил морозиться, да? No. Как это no? Это yes! Это yes! Короче, Бен, давай по-хорошему, окей? No. Бен, братан, у меня еще есть там, короче, кисточки. Остальные, можно их не открывать? Ну там какие-то скорпион, какие-то фейбл. Их же не надо открывать, правильно? Нет.
надо открывать? Yes. Все? Yes. Ты неадекват! Yes. Знаете, что самое хорошее? То, что я у него еще не спрашивал про Хэллоуин стикерпаки. Ну когда я у него спрошу про Хэллоуин стикерпаки, вот тут-то будет полная попа. Ух! Ладно, ребят, первый фейбл-кейсчик, но ничего страшного, ничего страшного. Блин, сколько же я уже голды потратил, а я говорю, ничего страшного, это капец как страшно. Ну ладно, ребят, все, все, надо быть мужиком. Я у него даже еще про крафты не спрашивал. Кстати, да, прикольная идея для следующего ролика. Если вы набираете много лайков, тогда я сделал видосик, крафчу все, что скажет Бен. Прикольная идея. Так, ну что, открываем пока что фейбл-кейсички. Если Бен сказал, ребят, тут без вариантов, потому что Бен это, ну это наш повелитель. Надо открывать, то есть Беном лучше не спорить, потому что сами понимаете, тут с Беном разговор короткий. Сразу оп, с локтями тебя вырубает и все. Так, ребят, у меня сейчас осталось 3 скорпион-кейсичка. И я уже потратил более 2000 голды. Это, по сути, 2 ножа. А то и 3 каких-то дешевых. Зашибись. Ну ладно, ребят, мы не расстраиваемся. Все хорошо, это все ради контента. Потом почины. С вас лайкусик, с вас подписочка. А я открываю 2 последних скорпион-кейсичка. И, честно говоря, слезы наворачиваются. Акернана, до свидания. Так, пожалуйста, можно хотя бы одну легендарку? Я многого не прошу. О, давай, Вэмдрэгон. А, нельзя. Понял, принял. Идемте дальше к Бену. Ну, короче, у меня там винитрещи есть эти Рэмбо стикерпаки. Ну, вот это, знаешь, вот стикерпаки для бедных. Их надо открывать, братан, или нет? Yes. О, один надо. Два надо. 5 надо. No. Yes. Я бедный, я бедный. 5 minutes later. Это просто самое затратное видео за последние полгода. Еще 10 этих Rainbow Sticker паков. Ладно, ребята, давайте открывать. Купил 10 штук и сколько голды уже потратил. Мне жалко. Понимаете, мне жалко. Блин, просто Бен неадекват. Бен, вот если ты меня слышишь, я тебе дам по заднице, я тебе буду кормить, я тебе косточек не дам, ясно? Вот это, конечно, Бен пошутил. Да, ребята, зашибись. Голда просто улетает. А я еще не дошел даже до гифтбоксов и до Хэллоуин скирпаков. Просто представьте, что же будет потом. Ладно, ребят, все открываем. Надеемся. Думаем про арканы. Возможно, хотя бы тут арканы мне выпадут. Вот если мне еще попадает один дрэгон, я купился, да, или один самурай. В принципе, уже будет неплохо. Я купился, уже будет все хорошо. Ну, я-то знаю. Что с Рейнбо Скирпаков никакие самураи и дрэгоны не падают. С Рейнбо Скирпаков падают вот такие вот наклейки. Да, ребята, зашибись. Как же все было прекрасно, пока не скачал это приложение с этим, блин, с этой жадиной Беном. Да, зашибись. 4 штуки. Так, ладно, ребят, все, я сильный, я мужик, просто мужики, мужики, все, ребят, не плачем, не плачем, все будет нормально, сейчас мы все сделаем, сейчас я открою, и, надеюсь, Бен скажет, кентуха, песню, ухо, все, хватит открывать. Так, о, я думал, уже первая легендарка выпала, не, ребят, легендарка не упадает, осталось 2 Rainbow Sticker пака. Давайте, может, я буст сделаю. Ну, может, я вот что-то вот так покручу, не знаю. Ну, может, мне повезет хоть в конце концов, хоть когда-то, хоть раз в жизни. Так, ребят, поехали, 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 поехали. Стикер Дигл Мастер, зашибись. И открываем последний Rainbow Sticker пак. Мы не плачем. Открываем просто с улыбкой, с улыбкой. Так, опять Бен забагал, смотрите, опять Бен забагал, блин, Rainbow Sticker пак. Опять он бесконечно открывается. Может, он мне аркану подкрутит? Понятно, обратно подкрутка на рарку. Это даже антиподкрутка, а не подкрутка. Бен, это вообще нормально, по-твоему? Это ты мне подкрутку включил? Это ты мне включил антиподкрутку, признавайся. No. Как это ну? Это ты. Скажи честно, я злиться не буду. Yes. Ах ты, собака бешеная, неадекватная! А ладно, ладно, все, Бен, я пошутил, окей? Там еще есть вот эта Origin коллекция. Что-то с ней надо открывать или нет? No. А с Furious коллекции надо там какие-то кейсики, вот эти Furious кейсички, слышал о них? Надо их открывать или нет? Yes. То есть мне открыть Furious кейсик? Yes. Не, пацаны, ща я буду плакать. Я прямо сейчас должен выбрать Furious коллекцию и купить кейсчик, сука, он стоит 420 на голда, как дорого! Ладно, все, мы покупаем, ребят, все, мы покупаем. Но про то, что его надо открыть, Бен ничего не говорил. Я же прав? Сейчас давайте у него спросим. Бен. Ну, короче, смотри, родной, я купил Furious кейсчик, а его открывать надо или нет? Ну, можно не открывать, правильно? No. То есть, надо открыть? Yes. Бен, я думал, ты нормальный человек. Такой ты человек, ты собака. Думал, ты нормальная собака, а ты... No.
ты! Да, это ты! Ну, как говорится, если Бен сказал открыть фурис-кейсичек, значит мы идем его открывать. Поэтому, ребята, хочу керамбит. Блин, я открываю кейсы, которые стоят почти 500 голды, как же это дорого! Ладно, все, ребят, не плачем, если Бен сказал открыть, значит открываем. О, легендарки, стой, стой! Вау! А сколько она стоит? Ничего себе, сказал я себе. А, 32 голды? Ну, окей, понял, принял. Братан, Бен, а гифтбокс надо открывать или нет? No. Бен, я тебя люблю! Братан, а у меня еще есть хеллоистикер паки вот эти. Их надо открывать. Вот эти вот, эти, знаешь, которые стоят по 4к голды. Ну, или если точнее, по 4500. Надо или нет? Ха-ха-ха. Не надо, да? No. Надо? То есть я должен сейчас их открыть, Бен? В смысле, надо или нет, скажи? Yes. Бен! Не, ребята, честно говоря, это уже вообще не смешно. Это просто никуда не лезет. Хеллоистикер пак, он стоит 4600 голды. И прямо сейчас я должен был открыть один его. Ладно, стоп, стоп. Возможно, Бен даст мне шанс. Давайте напоследок, последний раз у него спросим. Вдруг он меня пощадит и даст мне шанс. Бен? Бен, родной, пожалуйста, я тебя прошу. Дай мне один шанс, поменяй задание, умоляю. Можно? Yes. Братан! Я могу сделать все что угодно. Надо крафт сделать. Крафт? Yes. Оригинальная коллекция? Yes. Братан, без проблем, ща будет крафт. А можно к оригинальной коллекции добавить остальные коллекции? Yes. Yes. Все, Бен, я пошел делать крафт, лучший. Ну что же, давайте-ка посмотрим, сколько нынче стоит оригинальная коллекция. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сколько нам стоят эти легендарочки? Сколько? По 360 голды? Обалдеть, я за это видео реально потратил больше 5000 голды. Просто прожмите за это лайк, потому что, ребята, это очень дорогое видео. Наверное, самое дорогое видео, которое вообще я когда-либо снимал. Потом, пацаны, с вас лайк, подписка. А я прямо сейчас буду делать крафт. Давайте напоследок, не знаю. Ахалай, махалай, Бен, АКРТХ нам давай. Не, ну мало ли будет АКРТХ, я буду очень рад. Давай, 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 давай! Эмочка самурай! Ладно, ребята, ничего страшного, мы всего лишь что просрали, ну, примерно 700 голды. Бен, братан, а лайки, подписку на канал КентПК надо поставить? Yes. А промокодик Кенту в своем телеграмчике, который есть по ссылочке в описании, надо разыграть или нет? Yes. Все, ребята, всех обнял, приподнял, с вами был Кентуха и Бен, набираем 10 лайков, снимаем продолжение, обязательно подпишитесь, влепите лайк и не забывайте про мой телеграмчик, там каждый день разыгрываю промокоды, проверьте сами. Всех обнял, приподнял, всем пока.